Знаете, мне нравится понимание и те удивительные вещи, которые мы открываем для себя таким образом. О, посмотрите на текст на иврите, посмотрите на текст на греческом, или посмотрите древние писания. Нет ничего такого в отношении знамения Каина. Мы понятия не имеем, каково было знамение Каина. Мы не знаем. В тексте Библии ничего ясно не сказано, кроме того, что каким-то образом Бог отметил его так, чтобы люди знали, не прикасайся к нему. Если ты прикоснешься к нему, это будет плохо для тебя, ты получишь возмездие. Помимо этого, мы не знаем ничего. Вы скажете, а как же древняя традиция? У нас нет ничего, что восходило бы ко времени Каина и сохранилось бы хоть с какой-то точностью. Археологические открытия, нам нужно найти археологические находки о первом рожденном сыне человечества, и они расскажут нам... Нет. Возможно, однажды у нас будет больше информации, но мы просто не знаем. Что это значит? Все, что вы когда-либо слышали, любое учение, которое вы когда-либо слышали о знамении Каина, это просто догадки. Оно может быть интересным, может быть захватывающим. Это нормально строить догадки, потому что это есть в Библии. Но все, что у нас есть, это догадки и ничего больше.